Завтра в Беларусь нагрянет сильный ветер, порывы до 15-20 метров в секунду. В такую погоду запрещено укрываться под рекламными щитами, деревьями и остановками. Рекомендуется оставаться дома, а также взять под особый контроль детей, не парковать авто под деревьями и столбами. Буйный ветер ожидается во всех районах республики, преимущественно без осадков. Столбик термометра днем покажет стабильные плюс 13-14. В северо-восточном регионе страны обещают кратковременные дожди и прохладу 10-11 по Цельсию. Наводнение в Бангладеш рискует лишить страну продовольствия. Стихия уничтожила порядка миллиона тонн риса. В год добывают около 40 миллионов. Этого хватает, чтобы прокормить население и отправить на экспорт. Однако проливные дожди нарушили производство. Недавний ураган в Марокко не только унес жизни нескольких человек, но и затопил озеро в пустыне, тем самым привлекая перелетных птиц и стимулируя рост новых растений. По прогнозам метеорологов, повышение влажности за счет испарения с морей и океанов может привести к более частым штормам, что изменит климат пустынного региона. 23 октября днем воздух в городе на Березине прогреется до плюс 13, ночью термометр покажет 5. Серость дня разбавит ленивое солнце, ветер в Бобруйске ожидается сильный, порывистый до 11 метров в секунду. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360.